Наш сад. Сейчас цветут, такая красота. Вишни, сливы цветут. Яблони еще не зацвели. Это яблони. Это наш дом. Начали в нем ремонт. И вот здесь скоро будет целое поле из одуванчиков. Это автомобиль, который я получила в подарок от Эйвен. Компания дарит такие подарки. И вот так зацветают яблоньки. Такая маленькая яблонька. Наверное, третий год у нас и цветет. Сейчас покажу. Сегодня 9 мая. Флешмоба у нас нет. Но вот у нас дедушка. Он служил. И вот он у нас теперь в бессмертном полку. Беляков Алексей Алексеевич, гвардии лейтенант. Вот такое сегодня у нас 9 мая. Немного грустное. Вот наш памятник. Не было сегодня митинга. Вот. И вот такая красота у нас цветет.